Просто делал. Вот просто делал. И я охреневала. И потом он как-то написал мне в Телеграме, мы пообщались, он мне тоже предлагал, чтобы я поехала к нему. Не к нему, а вообще, в принципе, город там с ребенком, там, фруктов. Ну, короче, не просто плакал, а реально как бы поддерживал морально, материально. Ну, короче, красавчик. Вот. Ну, а потом я, в принципе, влюбилась заново второй раз в одного и того же человека, бросила нахуй все эти переписки, общения. А я же говорю, я не очень меркантильная. Ну, то есть я знаю цену того, чего мне нужно, но любовь побеждает все. Но я не жалею, Сосе. У меня до сих пор вот он есть в контактах. Он заходил ко мне на стрим. У меня нет такого, что я сейчас где-то в ссоре начну, там кому-то что-то написано. Что кому-то кто-то что-то написывал. У меня такого нет. У меня как бы, ну, блин, если я проебала, значит проебалась. Если человека будет интерес со мной, допустим, пообщаться, он напишет еще раз, а я навязываться зачем? Ну, не хочу, мне это не интересно. Сеня, зачем ты шваркаешь? Чтобы мне такое, такое, никакое, такое, никакое. Я в жизни не встречал, а? Так потом Маша поешь вот эту песню. Вот блин, мне вот никогда не дарили льва. Вот вообще никогда не дарили льва. Я бы с ума сошла, наверное, если мне подарили льва. Или TikTok Stars, например. Или что-нибудь еще такое интересное. Я вот так иной раз смотрю, вообще классно просто. Я уже слишком жива. Та-ра-та-да, та-ра-та-да. Почему розы? Зачем мне ваши розы? Я же не розы, потому что я писала лебедевым. Нет, нет, не закрепить. Нет, нет. Нет. Если бедёнка, да. Ну что, мы будем с вами дальше общаться или что-то мне уже это... Я устала тут что-то сидеть так ни о чем. Добрый вечер, Тимур, привет. Ну, не знаю, зачем лев, но я бы офигела, если мне подарили льва. Просто так. Классно же. Можно потом обменивать монетки. Я, допустим, обменивала монетки. У меня тут были с ДЦП несколько человечков. Я им дарила монетки. Я им мало кто что дарил. Ну, когда у меня актив нормальный был. Когда мне реально дарить подарочки. Ой. Вот. Короче, постучу-ка я сама себе по экранчику, потому что не хотят мне стучать по экранчику. Сеня, оденься-ка, холодно дома. Не холодно. Мне холодно, значит, тебе тоже холодно. Мам, мне даже не холодно. Иди сюда, я нос потрогаю твой. Мне в гостевой подарили лев вчера. Ну, блин. Что значит гостевой? Дай нос. Блин. В гостевом смысле я имею в виду, когда в гости, типа, заходили.
Ой, Андрей, спасибо большое за то, что... Ребят, стучим по экрану, делимся трансляцией. Ну, чё, у кого? Мне вообще, мне кроме... Я не помню, что мне дарили, кроме космоса, что ли, какой-то такой фигни, типа там что-то тысячу монет. Никто ничего не дарил. Много народа, это сколько? Да вообще некоторым прям херачат, я не знаю, в смысле, там просто эфир там задаривают, задаривают. Я не знаю, как это работает, в смысле. Но это круто. Вот. И... Тут нужно батлиться. Я не умею этого. Ну, то что не умею, мне лень. Скучно. Ой, надо, надо, надо. Валерий, привет, Валерий. Ой, у вас, а что, одинаковый этот, что ли? Вот и бригада, не очкуй. Один и второй зажёг. Прикольно. Да, мотобригада или что-то. Класс. Тебе... Универс подарили. Кто мне подарил? А, тебе универс подарили? Да никто мне ничего не дарил. Мне не дарили ни льва, мне не дарили ни вот ТикТок, вот этот универс. Вообще такого, ты что ты? Ни... Я никогда не получала таких подарков. Никогда. Вообще. Даже не знаю, какие подарки сейчас есть. Хочешь, я подарю тебе машину? Хочу. Конечно же, я хочу. Я вообще все хочу. А где смотреть вообще, какие есть подарки? Балабол. Ну да, таких много здесь. Погода. Погода нормальная, но говорят, что сегодня опять задует.